Исправить водосток и добавить тактильную плитку. Сегодня в Сургуте общественники проверили участок новой автодороги. Она станет продолжением улицы Киртбая и разгрузит основные транспортные артерии города. На сегодня уже построили почти километр новой автомагистрали. Здесь обустроили тротуары, пешеходные велодорожки, освещение и ливневую канализацию. Вместе с экспертами ОНФ качество дороги проверяли чиновники и представители общества инвалидов по зрению. В целом, работой дорожных строителей они остались довольны, хотя и выявили небольшие замечания. Подрядчик принял пожелания общественников и заверил, что недочеты исправят в течение 2 дней. Движение транспорта по дороге планируется открыть в конце августа. Все прекрасно, замечательно. Мне нравится. Так, некоторые недочеты есть, нюансы. Вот, в частности, по остановке сток сделали, и вот все это вытекает прямо на остановке. Нет ни желобов, ничего. Вот. В общем, есть такие мелкие недочеты. В процессе сказали, что будут устранять, что-то будут делать, регулировать. Качество ремонта, покрытие, направляющие и прочие вещи, в принципе, довольно неплохо. Вот, единственное, вот, с моей точки зрения, я уже отметил, есть необходимость каких-то дополнительных опознавателей именно для инвалидов по зрению, для тотально слепых.